По первому тайму, то трудно было предугадать крупную победу армейцев. Однако после перерыва атакующие возможности ЦСКА сразу же почувствовали защитники и вратарь «Локомотива». Легко и непринужденно действовали полузащитники и нападающие лидера, ставя в затруднительное положение железнодорожников. Направление атак постоянно менялось, и трудно было предполагать, в каком месте обороны грянет гром. Сергеев, Брошин, Корнеев и их партнеры, словно отдохнув в первом тайме, заиграли, как говорится, в свое удовольствие. Героем матча стал Сергеев, забивший первый и третий гол. После этого на его счету 4 мяча, и он лидирует в споре бомбардиров. Сомнения у зрителей, игроков «Локомотива», да и бригады футбольного обозрения вызвало назначение судьей Хусаиновым 11-метрового после вот этого нарушения правил. При повторе видно, что игрок был сбит на подходе к штрафной площадке. Тем не менее, после удара Масолитина счет стал 4-0. Пятый мяч в ворота Биджиева провел капитан армейцев Кузнецов. Теперь уже нарушение правил в другой штрафной площадке. Ответный мяч с пенальти забил неувидаемый Кондратьев. Весомая победа ЦСКА 5-1.